Посмотрите, вот эти вот горизонтальные поверхности. Здесь и здесь. Вы просто смотрите. Грязные полы и стены, плинтусы и двери. В доме по улице Аптечной невооруженным взглядом видно, что убираются здесь нечасто. Проверить это приехал зам руководителя региональной госжилинспекции Эдуард Сущенко. На местных коммунальщиков поступали многочисленные жалобы жильцов. Вообще, нет, только первый этаж и все, что я видел. Не на словах, а на деле Эдуард Сущенко показывает, как и где должны чистить и убирать подъезд. Смотрите. Берете щетку. В целях профилактики коронавирусной инфекции правительство региона обязало управляющие компании приступить к генеральной уборке подъездов с последующей обработкой хлоросодержащими или спиртосодержащими средствами. Госжилинспекция регулярно проверяет работу управляющих компаний по всему Подмосковью. Сама дезинфекция не может быть достигнута 100% результата, если не проведена надлежащим образом уборка мест общего пользования. Мы особо обращаем внимание именно на проведение именно этой генеральной уборки по всем многоквартирным домам. Это на сегодняшний день в городском округе Химки график соблюдается. По графику управляющая компания делает генеральную уборку в многоквартирных домах. И все же, если управляющая компания игнорирует требования по уборке, жильцы могут смело обращаться с жалобой в региональную госжилинспекцию. Александр Сергеев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.